Готовится Козырев, Чербов. Соревнования проводятся с 75 года. Турнир на приз газеты «Керченский рабочий». В этом году у нас 125 участников. География турнира такого. Три команды из Краснодарского края. Это Темрюк, Величковская станица и Калининская станица. И две команды Феодосии, Нижнегорск и спортсмены города-героя Керчи. И одна категория девочек, остальные мальчики. Остальная категория 2003-2006 год. Даже и 2007 год есть мальчики. Как ребята подготовились, как выступают? А финал покажет, как подготовились, как выступают. Чемпионы будут в 11 весовых категориях. А кто будет чемпионом, то сказать трудно. Хотя свои лидеры тоже есть. Прогнозы какие-то ставить. В общем-то, лидеры есть. А как оно закончится? Когда закончится, там мы можем сказать. Призы – это грамоты, медали и пушки.